через 5 лет. Шахматы – игра древняя и вечно новая, ограниченная доской и безграничная в комбинациях. Не правда ли, шахматы похожи на математику без результатов, а архитектуру без камня? Эта игра изощряет ум и обогащает душу человека. Простые правила этой игры может выучить любой ребенок. И в ней рождаются гении. В случае Чентовича особая гениальность угнездилась в мозгу совершенно нетронутым. Я хочу, господа, узнать его поближе. А что, если поймать его на приманку, изображая шахматные фигуры? Мне нравится эта идея. Мне нравится эта идея. Мне нравится эта идея. Разрешите представиться. Маконов. Не понимаю. Зачем мне быть? Нефтевладелец из Канады. Зачем мне это знать? Хотя бы для того, чтоб сыграть со мной. Какой мне интерес играть третьеразрядным игроком? А я вот хочу, чтоб вы со мной сыграли. Господин Макгрегор. Моя фамилия Маконор. Это не имеет значения. Вы мешаете мне гулять. Посмотрите, какой гордый. Ну что еще? Если вы не примете мой вызов, ну? Вы не джентльмен. Какая чушь. Ну, конечно, это ваше право, господин Чентович. Но мы были бы счастливы сыграть с гением. По контракту с моим импресарио мой минимальный гонорар 250 за партию. Сумма по тем временам огромная. О, согласен. Нам третьеразрядным игрокам не стыдно проиграть чемпиону мира. Thank you.
В Эншпиле мы с изумлением обнаружили, что наша позиция поразительно выгодная. Казалось, Чентович уступает. Впрочем, я подозревал, что наше преимущество – не что иное, как ловушка, расставленная чемпионом мира. Белый конь вернул цепляц! Белый конь вернул цепляц! Адья бьет на Д5, теперь ему конец! Я никак не мог понять, в чем заключается подвох? Какая грубая ошибка нужно было отдать Адью за пешку? Адья Д5-Д2, ради бога, не надо. Как вы проиграете, так стынет очи горин на дурнее. Астингсе, играйте, ладьей на Д6. Значит, это единственный выход. Тогда ладья Д6. А теперь ладья на Д2. А позвольте, он же получит перса. Желаем. Проиграть.
немыслимо, немыслимо. Это исключено. Он видел опять котов вперед. Другому ответу он был готов. Он ведь большой игрок. Почему вы не хотите сыграть еще раз с чемпионом мира? Так это был Чентович, не может быть. Ну скажите, что вы согласны? Для нас очевидно, что вы много изучали эту игру. Много, о, при исключительных обстоятельствах. Впрочем,
Впрочем, это длинная и странная история. А у меня есть время. Эсэсовцы поместили меня в абсолютно изолированную комнату в гестапо. Вряд ли вы можете себе это Такой приступ отчаяния.
даже не умел играть в шахматы. Через 8 дней я понял, как ходить. Я слепилась в небо, шахматные фигурки, а на простыне начертил Москву. И на следующий день я смог разыграть первую партию. У меня было много времени. Через 2 недели я уже знал эти партии наизусть. Господь снова заработал. Эсэсовцы не могли теперь сломать меня. Заучил эти 150 партий. Они мне надоели. И мне пришлось изобретать новые партии. Против себя.
Всем правилам. Да еще с чемпионом мира. Сыграйте только одну партию. Всего лишь одну. Одну партию? Одну. Всего лишь одну партию. И все? Thank you.
Помните, мы договорились, только одна партия. Не играйте больше. Я понял. Это она. Шахматная лихорадка. Прекратите игру! Вам плохо, доктор! Остановитесь! Немедленно прекратите игру!
господа, эту партию по праву выиграл господин Чинтович. Честь имею, господа. Черт бы побрал этого дурака! Играет на редкость. Шахматы – магия, против которой нет заклятия. Разве что любовь – одна любовь. Так начнем, господа, нашу партию. Белый D2, D4. Впрочем, к Чинтовичу, как вы понимаете, это уже отношение не имеет. Не дурная, черт возьми, вышла партия. Не правда ли, господа?